Брат Владимир, когда мы жили в городе Димитрове, я учился в 3-м классе, а брат учился в училище номер 5. Когда мама получила производственную травму, лежала месяц в больнице, брат не растерялся. Он готовил еду и взял управление хозяйством в свои руки. Однажды издалека из базара он вез мешок картошки. Было холодно, и брат заболел. Я помогал как мог. Бежал за лекарством в аптеку. Также мы пробовали и народные способы лечения. Варили лужпайки с картошки, и он, накрывшись покрывалом, делал ингаляции. Дышал паром с перерывами. Когда я был в 7-м классе на каникулах, втайне от мамы, не знаю почему, с другом решил проведать отца. Мама была на работе, и я на всякий случай написал ей записку, что скоро буду. И мы поехали на автобусе с другом. Я хотел вернуться к вечеру, чтобы мама не расстраивалась. Отец встретил нас приветливо, он жил уже с другой женщиной. Нас накормили и предложили переночевать на чердаке дедовского дома. Помню, там было много соломы. Мы спали, как на сеновале. Утром приехала мама, начались разборки. Отец просил вернуться маму, а женщина, услышав это, стала со злости тяпкой в огороде рубать помидоры, те, что сажала. Потом устала, бросила и удалилась на соседнюю улицу в свой дом. Мама простила отца последний раз. Но сколько волка не корми, после недолгого мира пьяный отец опять начал качать свои права и пытался распустить руки, но теперь старший брат дал ему сдачи. Когда отец протрезвел, мы ему все сказали: «Выбирай, либо мы, либо пьянки». И он ушел к бывшей той, которая любила выпить, как и он, да еще курила иногда, хотя отец не курил никогда. Мамина сестра попросила освободить свою квартиру, в которой мы прожили лет 5. И мы остались снова жить в своем доме, как прежде, без отца. Помню, в мешке были остатки муки, которые отсырели. Мама решила муку подсушить, положила на лежанку возле печки. Была холодная осень, в печь мы набросили угля, и все крепко ночью заснули. Брат проснулся среди ночи. Туалет наш был во дворе. Он включил свет и увидел, что все вокруг в дыму. Задыхаясь и кашляя, стал будить меня с мамой. Мы быстро оделись, открыли форточку, дверь, чтобы проветрить, и вышли во двор. Оказалось, мука как-то сама с мешком опустилась на печь и тлела вовсю. Вот откуда и дым синий и едкий. Выходит, если б не брат, вряд ли бы кому эти строки писать. Я закончил 8-й класс, брат работал электрослесарем подземным в шахте имени Стаханова. У меня на то время был ветер в голове, и я не знал, что мне делать дальше. То ли учиться дальше в школе, то ли идти в ПТУ по стопам брата. Брат предложил идти в ПТУ и учиться на машиниста электровоза подземного. Затем в школу пришли мастера с ПТУ и стали агитировать. Говорили, какие льготы шахтерам, отсрочка от армии на 2 года, какие профессии, какая зарплата, пенсии и так далее. Короче, я записался туда, куда велел брат. Работал до армии в шахте той же, что и брат, и после армии. Может, это зачтется в пенсию и в стаж.
Тоже, однако, есть польза. Брату спасибо.